Всем привет! Сегодня на канале Albatross Сантехника испытание трубы для теплого пола класса PEX-A, торговая марка HeatPEX производства Израиля. Обзор на эту трубу мы делали в нашем прошлом видео. И для того, чтобы развеять возможные сомнения скептиков, мы решили провести маленький краш-тест данной трубы. Для этого нам понадобится отрезок этой трубы. Испытания будем проводить путем нагревания участка трубы температурой 150-180 градусов промышленным феном. Но для начала проведем элементарное измерение заявленных метрических параметров 16 на 2 мм. Проверим, так ли это. Для начала измеряем наружный диаметр трубы 16,2 мм. Это допустимо. Теперь толщину стенки и видим показания измерительного прибора на уровне 2,03-2,04 мм. Это также допустимый показатель. Очень важно, чтобы не было прослабленной стенки, чем часто грешат фирмы, которые продают подделки. Теперь начинаем греть феном участок трубы, постепенно вращая по оси для равномерного нагрева. Из свойств труб PEX-A нам известно, что данный тип труб имеет молекулярную память и эффект самовосстановления. Если прогретый участок трубы перегнуть, то труба сразу же принимает исходное положение. И вот уже видно, что труба становится более мягкой в точке нагрева. Это видео о трубе PEX-A своего рода ответ на вопрос тем, кто еще сомневается, соответствует ли товар, который мы продаем и рекламируем, на деле всем заявленным в описании и сертификате характеристикам. Смотрите и увидите все сами. Труба достаточно прогрета, и теперь мы можем сделать загиб. Что мы видим? Труба после загибания восстанавливается, принимает прежнюю форму. И так будет происходить каждый раз до момента снижения температуры до уровня затвердения. Мы даем эту информацию открыто для того, чтобы вы, наши покупатели, были уверены, что интернет-магазин Albatross Сантехники вы купите 100% оригинальный, качественный, проверенный товар. Полезно? Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся, чтобы быть в курсе событий. Впереди много интересного. Пока!